Беларусь выступает против использования УДКБ в решении внутренних политических проблем. На встрече с генеральным секретарем этой организации глава государства озвучил позицию белорусской стороны. Ее суть – миротворческая миссия России на армяно-азербайджанской границе достаточна, и привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно. Сегодня президент провел рабочую встречу с генсекретарем УДКБ в центре внимания пути урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Александр Лукашенко остро реагирует на этот вопрос еще несколько лет назад, когда Беларусь председательствовала в УДКБ, он лично предложил разрешение конфликта. И при участии Александра Лукашенко удалось найти точки согласия. Тем более в то время складывалась благоприятная конъюнктура на рынке углеводородов, и у Азербайджана были большие возможности для развития экономического взаимодействия между странами. Конфликта могло бы и не быть, но инициативы Минска не услышали. Я занялся этим вопросом. Я поехал к Ильхаму, переговорил с ним, по-дружески поговорил. И я ему задал вопрос, так шутя, говорю: Ильхам Гейдарович, надо Армении помочь, если договоритесь. А речь шла о 5,5 или 6 там этих районов, азербайджанских районов, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что это не наша земля, это азербайджанская, кроме Карабаха. Ну так верни ее. И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама не было бы, грубо говоря, мотивации начинать эту войну. Ты просил районы, отдали. Остался статус Карабаха. Решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Саргсян, ни потом Никол Пашинян. Этот вопрос я дважды поднимал. Я вот сказал, что я Ильхаму задал тогда вопрос: слушай, договоритесь. Надо как-то ж помочь Армении, чтобы народ видел, что вы помирились, замирились и так далее. Богатый человек тогда, действительно, и нефть очень дорого стоила и прочее. Сколько бы ты мог инвестировать в Армению? Минимум 5 миллиардов. И засмеялся. Но главное, строили трубопроводы. Они ж пошли вокруг Армении. Короче. Говорит, зачем мне вокруг, на Грузию идти? Я пойду через Армению. Это нам выгодно. И в Турцию, и дальше. Выгодно? Выгодно было. Нет. Что? Поставили президента Азербайджана в угол. Ему не оставалось другого решения, как силового решения. Дальше тянуть нельзя было. Больше 1 миллиона беженцев. Мы создавали напряжение. Вот в чем суть. И я уже как бывалый человек в политике, я это прошел. Что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились, мириться. Надо замириться. Президент Беларуси уверен, в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном вполне достаточно одного посредника России. Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник, грубо говоря. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России. Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, и Ираном, там, и между Арменией и Азербайджаном и так далее. Что еще надо? Пускай в этом направлении работают. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Зачем? Понятно же, зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть, как будто больше нечем заниматься. Напомню, приграничный конфликт обсуждали на прошлой неделе на встрече, созванной по инициативе Ереваном. Глава государства максимально открыто и откровенно высказался по этой проблематике. Очередной саммит УДКБ состоится во второй половине ноября. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты нацелены на новые достижения в сотрудничестве. Тон развитию двустороннего взаимодействия сегодня задают личные контакты глав государств. Эмираты – один из наших главных партнеров в арабском регионе. Межгосударственные связи укрепляют в том числе межпарламентское сотрудничество. В самое ближайшее время ожидается подписание сразу нескольких новых договоров, которые документально заверят взаимный интерес. О развитии политического диалога на благо народов обоих государств сегодня говорили в нашем парламенте с
послом ОАЭ в Минске и пришли к выводу, нужно выходить на новые совместные достижения в торговой и инвестиционной деятельности, а также в гуманитарной сфере и туризме. Есть много проектов, где мы хорошо дополняем друг друга. Наших партнеров интересуют наши достижения и в сфере сельского хозяйства, и в сфере агронауки, и в сфере машиностроения. Нас, в свою очередь, интересуют финансовые инструменты, которые могут предложить эти страны. В основном мы базируемся на принципах общепринятого международного права. Мы с уважением относимся к суверенитету, территориальной целостности наших государств. И это отличная основа для того, чтобы формировать конструктивное и поступательное взаимодействие. Напомню, дипломатическим отношениям Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов исполняется 30 лет. Все это время сотрудничеству сопутствует дух дружбы, доверия, поддержки и взаимопонимания. Законопроект о Всебелорусском народном собрании уже завтра завершится время, отведенное на общественное обсуждение документа. К нему уже подключились тысячи белорусов. Сегодня диалоговая площадка развернулась в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. На встречу с его коллективом пригласили председателя объединения «Беларусь». Вопросов было озвучено немало. Спрашивали о роли ВНС, кто может стать делегатом и их полномочиях. Дискуссия еще раз подтвердила, что белорусы неравнодушны к будущему своей страны. Все могут обсудить, все могут задать вопросы. Наверное, это важно на сегодня. И для меня Всебелорусское собрание – это просто наша судьба. Наверное, дальнейшая судьба нашей Родины. Судьба каждого человека, каждого родителя, каждого ребенка, каждого медика, каждого педагога. Ну и всех вместе. И все вместе мы складываем нашу большую Родину. Людей действительно интересует, что происходит в нашей стране, какие изменения готовятся, как они отразятся на жизни каждого конкретного человека. Их волнует место и общественных объединений, гражданского общества в современных политических процессах. Каким образом отдельный человек может внести свой вклад в развитие белорусского общества. И я думаю, что такого рода диалоговые площадки, они позволяют, во-первых, точно определить общественное настроение, их уровень, а во-вторых, довести до людей объективно истинное знание, информацию о тех процессах, которые сегодня происходят в нашей стране. Встреча завершилась вручением членских билетов Беларуси. Сегодня ряды общественной организации пополнили новые медработники. Инфляция в Польше достигла почти 18%, что стало рекордным показателем за последние 25 лет, сообщает главное статуправление страны. По данным ведомства, только за месяц цены взлетели почти на 2%. Лидером ожидаемо стали энергоносители. За год они подорожали почти на 42%. Тяжелое давление инфляции почувствовали на себе миллионы автолюбителей. Топливо за год стало дороже на 19,5%. Кстати, цены на него растут быстрее всего, замыкают тройку антилидеров продукты питания. 14 человек получили ранения при стрельбе в американском Чикаго. Среди них трое детей, 3, 11 и 13 лет. По рассказам очевидцев, неизвестно открыли беспорядочную стрельбу, проезжая на машине мимо толпы людей, отмечающих Хэллоуин. Все длилось буквально несколько секунд. Все пострадавшие доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Сейчас полиция занимается поиском нападавших. Предположительно, их было двое. Норвегия привела свои войска в состояние повышенной боеготовности. Об этом заявил премьер-министр страны. По его словам, это связано с самым серьезным осложнением ситуации за последние несколько десятилетий. Правда, у Осло нет никаких конкретных свидетельств о наличии каких-либо угроз, но страна должна быть к ним готова. Норвегию настолько напугала мнимая опасность, что командование норвежских ВВС даже отменило учения своих истребителей в США, поскольку в данный момент Осло предпочитает держать их в Норвегии. Водители грузовиков, поддерживающие проигравшего на выборах президента Бразилии Болсонаро, перекрыли дороги в 23 штатах страны. На этой отчаянной акции они пошли в знак протеста против итогов голосования. Однако столь радикальные меры не нашли ни понимания, ни одобрения самих бразильцев, так как серьезно осложнили их жизнь. В частности, это уже очень сильно нарушило работу одного из крупнейших аэропортов страны Сан-Пауло, не говоря уже о затруднениях с поставками товаров и продуктов. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур президентских выборов, в которых Лула да Сильва с минимальным отрывом одержал победу над действующим главой государства Болсонаро.
В Беларуси намолочено 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Последнюю из названных культур продолжают убирать и на корма. Причем, по словам аграриев, важно не только количество, но и качество. В Бресте работает первая и единственная в Беларуси лаборатория анализа кормов. Это принципиально новый подход в животноводстве. Она позволяет при том же поголовье стада повысить эффективность на треть. Образцы кормов сюда доставляют практически со всех хозяйств Брестской области. Здесь проверяют их состав по более чем 40 показателям. В каждом районе главный зоотехник имеет специальную компьютерную программу, которая сводит в единое меню результаты. В Брестской области на сегодняшний момент мы видим показатели продуктивности крупного рогатого скота самые высокие в Беларуси. И необходимо понимать, что если животное показывает такую высокую продуктивность, то все физиологические процессы происходят в организме гораздо более интенсивно, чем, допустим, у того же крупного рогатого скота, допустим, 15-20 лет назад. Если тогда достаточно было этих 20 показателей для того, чтобы сбалансировать рацион, то сейчас, учитывая вот этот интенсивный обменные процессы, которые происходят в организме, необходимо более такой точный, детальный анализ кормов. Таким образом, сегодня в Беларуси можно говорить о высокоэффективном животноводстве, когда партнерство лабораторий и производителей позволяет добиться максимальной отдачи. Санатории Беларуси по итогам года выйдут на результаты благополучных допандемийных времен. Так уже более 60% мест в здравницах забронированы на новогодние праздники. При этом стоимость одного дня пребывания в период между католическим и православным Рождеством в стандартном двухместном номере составит менее 100 рублей. Новогодний банкет при желании обойдется в два раза дороже. Но не надо забывать, что туристам готовы предложить не только оздоровительные процедуры, но и обширную культурно-развлекательную программу. Новостной блок продолжит спортивный дайджест и прогноз погоды. С новой информацией вернемся в эфир менее чем через 3 часа. Оставайтесь на СТВ.